набросали за сотню. Чебоксарские ястребы дома обыграли команду «Арсенал» из Тулы в рамках второго этапа чемпионата России по баскетболу среди мужских команд Суперлиги 2. За баталиями следил Рифат Фаткулин. Броски, дриблинг, защита и нападение. С первой десятиминутки игра на высоких скоростях. Камера едва успевает ловить мяч. При любом случае спортсмены пытаются забросить трехочковый. В первой четверти матча лидируют чебоксарские ястребы. Счет 28-19. Рады, хотим увеличить отрыв. То у них все маленькие, как я, у нас все высокие. Я единственный маленький у нас. Так, из-за этого мы ведем. Во втором тайме ястребы продолжили наращивать преимущество, однако гости из Тулы просто так красно-белым не сдавались, а наоборот усилили атаку и агрессивно действовали в обороне. Ну, игры более серьезные, то есть к ним более ответственно подходим. У нас уже нет права на ошибку, поэтому мы выкладываемся по полной. Но пока у нас все получается, план на игру срабатывает. Переломный момент в игре наступил в начале третьей десятиминутки. По очкам хозяевам удалось значительно вырваться вперед. Кольцо «Арсенала» словно заколдовано. Мяч просто не идет в корзину. Физически наши гораздо сильнее. Потом 44-й номер, ну такого техничного нет вообще больше нигде. Ну и потом наши сыграны, наши играют командно, а туляки, они играют очень-то индивидуально. У них есть хорошие игроки, но команда не выстроена игра. Баскетболисты из Тулы выбрали другую тактику. Команда отказалась от сложных тактических комбинаций и полностью сконцентрировалась на атаках. Но и это не помогло. Наша команда идет на первом месте. И вот именно этими матчами мы открываем как бы очередной этап чемпионата России. Пока мы идем на первом месте, я думаю, что вот именно от этих игр будет зависеть, как команда пойдет дальше. Если мы сейчас укрепим свое положение, то у нас есть все шансы выйти в плей-офф с первого места. Такая задача непосредственно стоит перед командой. К концу матча «Арсеналу» так и не удалось сократить разрыв. Чебоксарские ястребы умело блокировали все их контратаки. Победа за хозяевами 115-87. Впереди чебоксарцев ждут выездные игры в Майкопе. Рифат Фаткулин, Юлия Дюкова, Бахтияр Велиев, Республика.